И всем снова привет, друзья! Я Нептун, по-прежнему я здесь, и как и обещал, мы сегодня будем открывать все концовки в игре. Их, насколько я знаю, всего три, а не четыре, как я подумал, и одну из них мы уже открыли. Еще я хотел бы сказать, что здесь все не так-то просто. На самом деле здесь, по сути, одна большая история, и только открыв все концовки, полностью посмотрев все заставки, в общем, собрав все части пазла в одну картину, только так можно узнать всю историю и весь сюжет данной игры. Я так немножечко его задену уже в конце этого видео, а более подробно о сюжете, все хитросплетения данной игры, я надеюсь, вы уже самостоятельно все это разберете, полистав немножко Google. Ну да ладно. Вот смотрите, когда мы начинаем играть, здесь можно продолжить, начать сначала и выбор кошмара. Чего я раньше не замечал, точнее не использовал. Итак, здесь все уровни, основные, которые мы прошли. И вот здесь начинается первая развилка. То есть на этом уровне мы должны были что-то сделать, и тем самым мы могли открыть иной путь к концовкам. Но конкретно четвертый уровень мы разберем позже. Наверное, мы сначала откроем вот эту вот концовку, которая в самом низу. Первая снизу получается закрытая, да? Это значит здесь осколки детства. Именно в этом уровне мы должны... Так... Ну, сначала давайте. Да, именно в этом уровне мы должны сделать что-то, что повлияет на нашу концовочку. Здесь, наверное, в целях экономии времени, я не знаю, стоит ли мне вырезать фрагменты, потому что мы это все видели, мы здесь играли. И, по сути, здесь ничего не поменялось, все так же. То есть куклы, куклы, куклы. Здесь наша задача скромная, всего лишь попасть в лес. Для этого мне сейчас нужно просто идти прямо, потом свет начнет пропадать, будет тьма, меня кто-то скушает, и мы очнемся в лесу, где рядом будет наша сестра. Вот, началось. Итак, мы здесь, наконец-то. Так вот, чтобы здесь что-то правильно сделать, получить нашу ненаглядную дорогую концовочку, здесь главное найти правильный путь в погоне за нашей сестрой. Дело в том, что если мы ошибемся хотя бы один раз и выберем не тот проход, то концовку мы не получим. Точнее, получим ту концовку, которая, по идее, которую мы получили уже изначально. Здесь нужно правильно выбрать путь, да. Значит, у меня есть заготовочка небольшая, в которой я немножко для себя пометил, куда мне топать, так что давайте. Так, здесь наверх. Да я почти пришел, не переживай. Все хорошо. Кстати, я все думал, почему наш главный герой так быстро выдыхается, да, здесь. А оказалось, что он реально, он болеет. Это все из-за болезней. Так, вот здесь, значит, здесь нужно вниз идти, на второй развилке. На третьей развилке опять же вниз. На четвертой развилке нужно наверх. А вот здесь нужно вниз. На последней развилке нам тоже вниз. И по идее сейчас, если я все сделал правильно, что-то поменяется здесь. Да. Я очень быстр. По-любому. Так вот, если вы помните, здесь мы опять же нашли мертвое тело нашей сестры, а потом мы выдрали себе кость и проснулись вроде бы... проснулись в больнице, да? Ну что? Давайте проверять. Ну все, я говорил, что... А, твою мать! Пошел нахер! Пошел нахер! Нахер пошел!
Ёперный театр. Это было жестко. По идее, мы просыпаемся, и все должно быть хорошо. Я расслабился, думал, все, конец кошмарам, и ни хрена себе, такое чудо из-под кровати. Ладно, допустим. Итак, все, мы сделали что-то правильно. Все правильно сделали. В прошлый раз мы проснулись, будучи уже взрослым, и мы начали бегать по этой психушке. А здесь, посмотрите, на месте, где сидела моя сестра, теперь кукла почему-то. И все, по идее, да? Ничего? Но больше вроде бы ничего не поменялось. Но мы продолжаем играть за нашу маленькую версию. Семилетнюю. Давайте посмотрим, что здесь. Что не так. Что поменялось. Хорошо. Хорошо. Ну, пока вроде бы та же самая психушка, что мы видели раньше. Только мы играем реально за маленького мальчика, 7-летнего, и это довольно жуткое зрелище для него. Ну, и для нас тоже. Так, ну, здесь заперто. Очевидно, что мне не пройти. Не знаю точно, какой болезнью болеет наш герой. Потому что он выдыхается очень быстро. Скорее всего, он астматик, да? Так. Зловещее дыхание означает, что здесь психи, готовые меня сожрать. Да, я был прав. И он также ходит в плоскости, вниз и вверх. Наверное, да? Как мне показалось, это немножко затруднит. Опа, мягкий плюшевый мишка. Тихо, тихо, тихо. Тихо, бро. Отлично. Угу, нам сюда, видимо. Кукла. Так, взять тебя нельзя, ладно. Договорились, подсобка. Что у нас там? А, ну здесь я был, да? По идее. Когда играл и получал первую концовку. Так, давайте дальше. Что еще здесь делать? А, подождите, минутку. Минутку, а почему я дома? Твою ж мать. Я ж только что был в психушке. Бред. Ой-ой-ой, там кто-то под кроватью, да, по-любому? Эта хрень меня утащила туда. Жуть-то и только. Хорошо. Так. А здесь что-нибудь поменяется или нет? В отличие от предыдущих моих прохождений. Кстати, когда играл уже за взрослого себя, то этих кукол не было. Ну, тех кукол с цветочками, которых мы встречали раньше. Да твою мать. Ху-ху-ху. Это жесть. Вы только посмотрите, зловещая улыбка. Как вот у тыквы, знаете, на Хэллоуин. Ну ладно, допустим. Жесть с куклами у меня, по идее, закончилась. Максимум я видел только разбитый глаз. Видимо, в этой концовке сюжетная какая-то игра, связанная с этими куклами, она продолжается, да? И теперь мы наблюдаем... Опять wake up! Опять, твою мать! Так вот, и теперь мы наблюдаем развитие изменений, связанных с этой куклой, да? Точнее, сюжета, именно связанного с куклами, здесь идет развитие, потому что у меня вроде бы куклы пропали в первой концовке. Так, что это? Фреска какая-то, да? И что, это дело можно использовать? Так.
Так, in somns veritas, да? И что это значит? И... Распятый Иисус. А что-нибудь взять? Нет? Ничего? Ну ладно, потопали дальше. Кукла, как будто наказана. Встала головой к батарее. А, смотрите, мы вернулись опять в эту психушку. Подозрительно. Ой! Тихо-тихо-тихо. Да! Боже-боже-божечки. А, твою мать. Я и забыл, что здесь можно погибнуть. Так, что мы здесь имеем? Жесть. Кукла-монашки. Опять эта загадочная кукла. С цветами. Что же на этот раз, да? А, она моргает. Хорошо, это мы уже видели. Как бы... И все. Ну хорошо, хотя бы она моргает, хотя бы она не такая зловещая, какой была вот в последний раз, да? Окей. О, а, кукла пошла! Кукла пошла, я видел. И что? Ты будешь что-нибудь делать, нет? Угу. Ну это как-то жутко, твою мать, жутко. Так, вот теперь куда? Давайте направо. Так, а это что-то новое. Я эту куклу не видел. Кукла-повар или кукла-морячок, да? Да твою мать. Зрелище такое, знаете, жутковатое. Еще вот эти вот звуки на заднем плане. Хорошо. Ждем появления неведомой херни. В дрожении от окон. Пока все спокойно. Ничего лишнего я здесь не наблюдаю. Но очень и очень много зловещих кукол. Вот, опять она. Теперь она опять побитая. И она испугана. А на картине можем наблюдать, что кто-то повесился. Видимо, от горя. Так, что здесь? Ничего. Каталка. Здесь, знаете, такая смесь идет между моим домом и куклами. И чего-то, знаете, медицинского, да, связанного с психушкой. То есть эти каталки, кресла, медицинские препараты, ну и прочее, прочее. Хорошо, мы вернулись в свою комнату, шкаф. Так, куча... О! Мать твою, ты чё? Ты чё задумала? Ты чё задумала, стерва? А, боже. Мишка, спаси меня. А что она сделает мне? Она же меня не убьет, да? Какого хрена? Она вытащила мои кишки? О, боже. Вот, блин, стерва. Маленькая. Так, хорошо.
Хорошо, это становится интересным, да? Ау! Она выпустила мне кишки, вы только посмотрите на этот бред. Вот она, хочет выпустить мне кишки, пошла прочь. Не подходи. Жестуха просто. Так, а что здесь? Вроде бы ничего. Хорошо, топаем дальше. Темень, такая темнота, твою мать. Что же меня ждет здесь? Какие ужасы! Кукла-монашки. А, мы опять в эту, в поликлинику попали, да? Эй, бро. А, здесь, видимо, нужно... нужно быть крайне осторожным. Так, 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 психи опять. Опять психи. Тихо, 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 бро. Darkness. Я слышал это дерьмо. Не подходи, ушлепок. Посмотрите. Раньше в этих палатах была только кровь, да? А теперь там еще появились куклы. Опять же, эти куклы несут какой-то смысл, видимо, в происходящее. Вау. Тьма тьмущая. И что? Мне сюда? Окей, бро. Ну все, больше здесь ничего нет. Только тьма. Тьма овладевает мной. А, опять эта кукла. Угу. Она напугана. Но... А-а-а! Кишки хотят мне выпустить по-любому, да? А, не надо, не надо. Не надо мне выпускать кишки. Я пожить хочу. Что это? И что задумали? Кишки повыпускать. А почему? А, пошлите нахер, нахер от меня. Ублюдочные. Да уж. Теперь стоит ждать подставы. Его кукла моргнула, а кукла наверху моргнула справа, которая. Я видел это дело. Жесть. Друзья. А вдруг он хочет просто дать мне пятюньку? А вдруг он хочет подписаться на канал? А я убегаю. Вдруг не все так плохо в этом мире. Ладно, потопали. Обиденная, да? Так, ты нормальная кукла? Хорошо. Ага. Опять, мать твою, эта мясорубка. Я тебя помню. Ой. Почему-то я на минутку представил, что я засовываю туда руку, и будет очень больно и страшно, и фаршик новый появится на столе. Жесть. Кукла зловеще улыбается. Жуть, да и только. Хорошо. Какой-то невообразимый, жуткий кошмар здесь творится. Так, просто комната, да? Угу. Видимо, чекпоинт. О, сколько вас здесь, пошли прочь, твари. Хорошо. Сейчас по-любому кто-то пойдет в мою сторону, да? Ага, я вижу тебя, ушлепок. Не догонишь. А, пошла нахер, стерва.
Охренеть, вас здесь целая орава. Жуть, жуть, жуть. Вы же добрые куклы. Надеюсь, они не пойдут на меня. Так, плохо. Там же тупик. А! Да ладно! Вау-вау-вау-вау! Чё делать-то? Ребята! Боже! Так, я надеюсь, что я всё сделал правильно. Там нельзя было убежать. Там реально, там... Они со всех сторон меня окружили, ушлёпки. Так, хорошо. Здесь уже немножко по-другому, да, всё? То есть, этой зловещей обстановки нету. Всего лишь... Так, тихо. Тихо, твою мать. Это же моя сестра. Но она просто спит. Просто спит и все. Так. И что я сделаю? Ага. То есть я просто ее чмокнул в щечку? Вау! Так. Ну что, друзья, вот это вторая концовка. Я почему-то подумал, что та первая, она была очень позитивной и доброй. Я типа проснулся от кошмара, и все хорошо закончилось для меня и для моей сестры. Оказалось, что нет. По-моему, вот эта концовка самая хорошая, да? То есть я не резал себе вены, я не проходил через эти ужасы. На самом деле я просто спал, это реально был просто кошмар. Я проснулся, я на самом деле был и остался ребенком. Моя сестра мило спала в соседней комнате. Я просто встал. Видимо, я был напуган этим кошмаром. Мне показалось, что с моей сестрой что-то плохое случилось. И я побежал к ней. Но она мило спит, я ее чмокнул. Я успокоился и пошел спать дальше. Надеюсь, я также все правильно понял. Ну вот так вот, друзья. Вторая концовка. А теперь мы приступаем к третьей. Это плохо, да? О, смотрите, твою мать! Он вышел! Он вышел из своей проклятой занавески! И как-то скрючил голову. Ой, это плохо, да? То есть мне нужно закрыть дверь. Я так понимаю, да? Ой, почему не работает? Почему не работает? Замечательно, а почему не работают кнопки-то? Что ты делаешь? Твою мать! Стопэ!